возле станции Химки несколько автобусных остановок. Отсюда можно уехать в разные районы городского округа. Это одно из оживленных мест, и остановка востребована среди жителей. Именно здесь и провели рейд по проверке качества транспортного обслуживания. Главный критерий – мнение пассажиров. Вот специалисты отдела транспорта и связи пообщались с химчанами. Услышали вопросы, зафиксировали предложения. Главная цель – это обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, чтобы транспорт ходил согласно расписанию. Проверяем, как, сколько автобусов на линии, на муниципальных маршрутах городского округа Химки. Наблюдаем, чтобы в автобусе было чисто, то есть чтобы поддерживался достойный санитарный уровень. Алина Иванова по делам бывает в разных микрорайонах округа. Она ежедневно пользуется общественным транспортом и, по ее словам, до любой точки добирается без проблем. Транспорт, по моему мнению, работает прекрасно. Автобусы всегда чистые, водители вежливые. Автобусы свободные, их много, ждать долго не приходится. В ходе рейда также проверили качество влажной уборки автобусов. Специалисты отдела транспорта и связи ежедневно контролируют работу общественного транспорта. Подобные рейды в Химках проходят регулярно. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.